Hey you guys, с вами Шемик, и вы уже, наверное, все заметили обновление на YouTube, а именно изменение интерфейса. И это видео будет для тех, кому не понравилась данная идея с обновлением интерфейса, и вы так же, как и я, хотите вернуть все обратно. Так, если честно, это сделать очень просто, и я вам расскажу сегодня, как это сделать. Просто нажимайте на свою иконочку справа наверху, потом вернуться к классическому дизайну, нажимать «Я не хочу отвечать на этот вопрос» либо «Любой» и набирайте любые символы. Ну, это типа как вопрос. И вам возвращается обычный интерфейс. Ну, вдруг вам наскучил этот дизайн, да, и вы хотите вернуться к новому, допустим. Как же это сделать? Так, тоже очень просто. Нажимайте «Мой канал», просто пролистывайте самый низ, и здесь будет «Новые функции». Нажимаете, и будет здесь новый дизайн YouTube. Нажимайте «Перейти на новый дизайн». Попробовать. И все. Теперь вы на новом дизайне. Ну, кому я смог помочь, поддержите меня лайком. Ну а так, ладно, ребята, комментируйте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, ну, кому как. Всем спасибо за просмотр и пока.